У нас сейчас проходят съемки нового шоу для телеканала Матч ТВ, который будет называться «Инспектор ЗОЖ». Наша главная задача — рассказать о том, что здорового образа жизни — это круто. Как пример вот этого здорового образа жизни наш ведущий Сергей Доля. Сейчас его цель — популяризировать этот образ жизни, привести свой образ жизни к здоровому. Сделать так, чтобы о его примере узнали многие и, в общем, наверное, вдохновились, потому что действительно круто. Если посмотреть на фотки Сергея год назад, вы не узнаете этого человека. Ни для кого не секрет, что Казань — спортивная столица России, потому что столько крупных спортивных мероприятий здесь проходило, универсиада и чемпионат мира по водным видам спорта. Собственно, в том числе прославил Казань и сделал ее такой еще более известной. То, что здесь можно проводить мероприятия мирового уровня, что касается там еды, транспорта, проживания. Здесь менеджмент, ну и жители города привыкли к тому, что сюда приезжают спортсмены, что их нужно обеспечивать всеми условиями для проведения тех или иных мероприятий. Но, собственно, это, мне кажется, это одно из основных локаций, насколько мы вообще исследовали город и возможности, которые здесь есть. Грибной канал. Ну, во-первых, это, ну, с точки зрения телевизионной картинки, это идеальное место для съемки. Летом мы уже видели, как те возможности, которые здесь можно использовать для видеосъемки. Если честно, мы были поражены тому, как открыто и очень готовы на все. Кстати, нас здесь очень тепло и дали нам вообще возможности безграничные, можно сказать, потому что очень короткие сроки, меньше чем за месяц мы решили, что у нас будет один из запах проходить здесь. Абсолютно не было никаких препятствий, не было никаких проволок. И, в общем, все люди, которые здесь работают в менеджменте, руководители этого центра, они пошли навстречу. Мне кажется, что с Казанью можно всегда договориться, и тот город, куда захочется приехать еще.